Если бы у тебя был один шанс, или одна возможность, чтобы увидеть все то, что ты так хотел, в одно мгновение, ты бы использовал этот шанс, или дал бы ему исчезнуть? Где самое богатое место в мире? Это не Токио, не Дубай, это кладбище. Там ты найдешь никогда не реализованный потенциал, не написанные книги. Там ты найдешь возможности, умения и таланты, которые мир так и не увидел. Много людей умирают полны. Полны таланта, полны идей, полны мечтаний, полны знаний и возможностей, которых они никогда не использовали, которых они никогда не достигали и никогда не совершенствовали. Потому что им было страшно. Страшно пробовать и пытаться. Так же, как и тебе, впрочем. Но хочешь знать что-то еще? Ты все еще жив. Находясь на смертном одре, мы жалеем не о том, что сделали, а о том, что даже не попытались сделать. Я не жалею, когда я пытаюсь и терплю поражение. Я жалею лишь тогда, когда не действую вовсе. Нам дается всего одна возможность. Один шанс, чтобы сделать все то, что мы так хотим. И каждую прошедшую секунду мы никогда не вернем обратно. Прими решение сегодня, что в этот день наступит определяющий момент для твоего будущего. Решения, которые ты принимаешь сегодня, определяют твой завтрашний день. Прими решение сегодня и цени каждый момент, потому что это все, что у нас есть. Оставь ошибки прошлого позади. У тебя еще есть возможность все изменить, но не думай, будто эта возможность будет вечной. Каждый день ты можешь превратить в что-то большее, ведь каждый день — это новый шанс. Каждый момент — это новая возможность. Поэтому сфокусируйся и покажи всем, чего ты достоин. Ты работаешь еще упорнее, чем прежде, потому что понимаешь, что чаще всего ты получаешь то, на что заслуживаешь. Но что если после всех приложенных усилий, после всей работы и обучения, ты все равно проиграешь? Послушай, я хочу, чтобы ты верил и никогда не забывал об этом. Ты никогда не терпишь неудачи, ты никогда не проигрываешь, ты только получаешь опыт. Видишь ли, жизнь может ударить тебя в спину, когда ты меньше всего ожидаешь. Но поражение – это часть процесса. Каждый момент нашей жизни драгоценен. Мы должны быть здесь, использовать каждое мгновение и достигать максимума. Вопрос лишь в том, что ты будешь делать со своим временем теперь.